После падения авто с третьего этажа многоуровневой парковки в краевой столице погибли 3 человека. Машина вылетела с паркинга в ТРЦ «Галерея» и рухнула на проезжую часть, опрокинувшись на крышу. Многие очевидцы обвинили в случившемся руководство паркинга, которое не уделило должного внимания мерам безопасности. Как сообщила газета «Точка.ру», друг погибшего считает, что произошел оптический обман зрения. Ведь при подъеме на скользком покрытии следовало сразу повернуть направо. Вместе с Рафаэлем Аракельяном в машине находились 37-летняя женщина и 12-летний подросток. Они скончались на руках у медиков. В Сочи многоуровневые парковки функционируют на главных улицах курорта – Гагарина, Конституции и Горького. Автомобилисты активно ими пользуются, они считают парковку не только удобной, но и отвечающей всем требованиям безопасности. Вы считаете, что это безопасно, удобно, то есть нет никаких нареканий? Ну, удобно и безопасно, да. Я думаю, да, безопасно, удобно. Вы сами пользуетесь такой парковкой? Конечно. Долго? Ну, сколько она здесь существует, столько пользуюсь. И все условия комфортные устраивают, правильно? Да. Вениамин Кондратьев призвал к усилению мер безопасности на парковках торгово-развлекательных центров. Прошу правоохранительные и следственные органы оперативно установить причины произошедшего, а собственнику здания незамедлительно обеспечить дополнительные меры безопасности на автомобильной парковке. Подобное не должно повториться, заявил он в своем телеграм-канале.